Германии. С июля вступает в силу соглашение о гарантиях безопасности для Украины, в рамках подготовки к которому мы проводим учения. Время пошло! Стоп! Молодцы! Уложились в норматив. А это что? Автомат? Эммануэль, вы на войну собрались? Ну, на всякий случай не исключил возможность введения войск. Я, может, тоже такого не исключаю. Но это не повод хвататься за оружие. Наша обязанность по первому зову Украины молниеносно собраться и провести телефонные консультации. Если вы остались один перед вероломным нападением, нажмите 1. Если вам нужна консультация о количестве гарантий со стороны ЕС, нажмите 0. Хотите вступить в НАТО? Нажмите на правительство Соединенных Штатов. А где главная фраза? Ваш звонок очень важен для нас. Я по объявлению в газете «Многополярный мир» насчет работы на должность лучшего друга и равноправного союзника. Гугл-переводчик? Опять напутал. Я объявление про продажу пылесоса давал. Откуда у меня друзья? Готов работать рядом с вами на любом месте и любым местом. Лишь бы наши платежи в ваших китайских банках разблокировали. Что ж, есть у меня для вас работенка. Как называется моя должность? Пугало международное. В тонкости дела вас посвятит ваш коллега. Все просто. Иногда пугаешь громко, иногда слегка попугиваешь. Но международную атмосферу портишь кардинально. Раньше, когда меня переполняли чувства, я каждый раз запускал ракету. Но потом я рассказал ему, что вместо этого можно просто ставить лайки, делиться, оставлять комменты. Большое спасибо! Но после этого все равно ракету